Бои продолжались всю ночь. Силы ВМС США пытались прорваться через город в поисках Халеда Аль-Асада. На улицах периодически слышны выстрелы. Войска Аль-Асада продолжают отступать к президентскому дворцу. Говорит лейтенант Васкес, кабан в пути. Такое веселье мы ни за что не пропустим. По фронту возможна засада. Мы подъедем, когда расчистите территорию впереди. Прием. Бегите за силуэтами на крышах! Всем отойти, будем вести обстрел зданий. Готов! Пулеметчик! Двухэтажное здание, 30 градусов справа! Первый этаж! Есть цель! Огонь! Готов! Мы выдвигаемся. Вас понял! Готов! Пулеметчик! Трехэтажный здание, 15 градусов справа! Второй этаж! Есть цель! Огонь! Готов! Пулеметчик! Трехэтажном здании, 30 градусов слева! Второй этаж! Огонь!
противника! Б-6, говорит Кабан, мы можем наступать, прием! Вас понял! Уходите и удерживайте позицию у поворота, прием! Вас понял, выдвигаюсь! Готов! Есть цель! Огонь! Готов! Есть цель! Огонь!
Внимание! Рикс, продолжай вести огонь, пусть лежат. Группа Б, заходите с правого фланга. Они отступают! Всем быть на чеку! Возможно, это ловушка! Он у меня на терморадаре. Переключаюсь на ручное. Целься! Ура! Охренеть! Вы это видели? Ура! Именно то, что надо! Отлично, Кабан! Многих перебили. Теперь убираемся отсюда к черту. С дороги! Вас понял, Б-6. Так это... Долго еще? Б-6, второй взвод направляется к вам. Доложите обстановку, прием. Ценный груз цел и невредим. Мы почти у 4-го шоссе. Скоро должны увидеть второй взвод. Лейтенант Васкис, на связи Пират 2-5. Приближается оперативная группа для захвата Аль-Асада. Объявляется аврал, так что все срочно на борт. Прием. Вас понял. Морпехи, только что сообщили о местонахождении Аль-Асада. Все на борт, вылетаем.